Новый трючок. Ghostface Player. И Курт 92. 92. Да. Не 19, а 92. Да. Pedal to the metal. Что-то жесткое, блять. Похоже на дрифт фонг или на металл вообще, да. Там трэп метал, может быть, или еще что-то. Непонятно, да. Но судя по вот этой истории, по облоге, похоже на дрифт фонг. Пиздец, как Мемфис фонг. Ну, если бы машин не было, мог бы быть Мемфис. Если машина есть, то, наверное, дрифт фонг, бля. Поэтому давайте послушаем, что это такое. Погнали. Окей. Ага, фонг написано. Пиздец, бля. Слоговая дикая вообще у Курта. Вот, ребятам. Как же. Как же этого зовут парнишку? Сейчас. Кюрсаду, конечно же. Кюрсаду, да? Вот такую бы реализацию ему. Кюрсаду, да. Кюрсаду, конечно. Очень ровно прошел. Очень неплохо. Кюрсет, Хардсноу. Короче, да, то есть вот реализации с точки зрения возможности, дикции с точки зрения возможности послоговой. Очень прикольно сделал. Да, такой дрифт. Дрифт-фонг. Еще разочек. Неплохо. Звучит прикольный, да? Переход хорошего вертикантрал, чтобы не душно было, не однообразно. Курсет. Курсет. Он считается курсет. Окей. Я так и сказал курсов, или я сказал кьюрсов, да? А, кьюрсер, окей.
Очень нравится мне, что он не стал душить во втором куплете, да? То есть, чтобы не душить, у нас тут вообще две четверочки. Короче, охуенный, охуенный фонковый трек. С хорошим хроном. Все как надо сделано. Сильная работа, которая вполне себе может залететь в мой плейлист. Причем она залетит в плейлист. Я думаю, что она может залететь в альтернативу. Во-первых, сюда. И во-вторых, он еще в мой плейлист залетит. Собственный, блядь, который называется Фонг. Да. По поводу пиздец, бля. Это тоже из одного трека там, да. Фонкова. Каита Шома, да? Конец без... И пристегни ремень. Пиздец, блядь! Это было отсюда, да? Вряд ли, конечно, может кто-то понять вообще это. Это круто. Это круто. Структура, ритмика. Шикарно все. Все шикарно. 10 баллов. Послоговая шикарная вообще. А я хотел вырубать стрим. Да пиздец, не говори. Реализация выбранного сети. 10 баллов. Он все взял полностью. Индивидуальность и харизма. Хорошо надавил, нормально, но девяточку я бы готов поставить. Атмосфера, вайб, 5 баллов. Текст, 8. Сейчас, подожди, насчет текста. Тапку в пол, так, полетает к ней пьяный, снялась марафета. Напомню, базар за 1000 базар, идет за ляма, вспышка на рост, она спрыгнула сверху пармезаном. Так, босс, затем табло, не лорд, не углан, долбек, мучи за мут, табло, ребро, носит за... Ну, в рамках фонка, блядь, фонка-то вообще пиздец, нихуя не текстари. Ну... 9. Да, 9 даже. Тренды все, которые... Что у нас там фонг? 4, да, получает? Или сколько он? Или уже 5 он получает фонг у нас? Шайни был, да, был. Сколько фонг у нас получает? Бля, что-то проебал я вспышку. Нет, тройка нет, это слишком мало. Не, давайте глянем кишлака, конечно, глянем. Четверка пусть будет, я думаю. Пиздец трек. 80 баллов. Курт. Разъебал. Густфейс плая. Курт. Очень круто. Очень круто. Нет, тройка нет. Точно нет. Это пиздец. Не знаю, вот 4 или 5. Вот реально. Пиздец же уже фонг очень актуален. Тем более он происходит, переосмысляется, так сказать. Поэтому пиздец. Грильяж и кишлак. Ёба. Двинулся на тебе. Что это?